В Кирове стартовал необычный конкурс «Старший по дому. Надежный партнер». Принять участие в нем могут представители советов многоквартирных домов, товарищ собственников жилья и другие представители жильцов. По каким критериям эксперты будут оценивать претендентов и что ждет победителей, знает Ольга Мартынова. Старший по дому не просто представитель многоквартирного дома, он надежный партнер, связующее звено между жильцами и ресурсоснабжающими организациями. Кировский филиал «Энергосбыт Плюс» впервые решил поощрить самых грамотных и ответственных. К участию в акции «Старший по дому надежный партнер» приглашают председателей советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и других уполномоченных представителей жильцов. Обязательное условие – дом должен находиться на прямых расчетах с компанией. Эксперты будут оценивать уровень платежной дисциплины жильцов дома и использование дистанционных сервисов энергокомпании. Победителей определят по трем номинациям – лучший плательщик, экодом, лучший пользователь электронными сервисами. В каждой номинации будет выбрано по 5 победителей, каждый из которых получит сертификаты, которые можно потратить, в принципе, на благоустройство многоквартирного дома. И еще будет один главный приз, который победитель могут потратить на проведение мероприятия для всего МКД. Например, это может быть детский праздник. Заявки от старших по дому принимают со всей области до 15 сентября. В ноябре экспертное жюри определит и наградит победителей в торжественной обстановке. Ольга Мартынова, Александр Прызгалов, Бюро новостей Давича.